По итогам 10-го юбилейного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина якутские борцы завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителями турнира стали Николай Охлопков в весовой категории до 57 килограммов, Виктор Расадин до 61 килограмма и Герман Устинов в весе до 70 килограммов. Всего на ковер вышли представители 26 стран. Почетными гостями соревнования стали олимпийские чемпионы Владимир Хинчигашвили и Таха Агуль. Во второй день соревнований, несмотря на аварию в ГРЭС, схватки шли без остановок. В конце между всеми чемпионами в 8 весовых категориях разыграли спецприз – сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Самым везучим из них оказался Виктор Расадин, который вытянул счастливый билет. Ну, не в плохой, но еще и не в идеальной форме. Как бы в процессе подхожу на четверочку, я скажу так. 97 буду выступать. На турнирах, чтобы вес не гонять, поборолся здесь 125. На турнирах буду 125, а на официальных буду 97 бороться.